Продолжаем. Ну, сейчас убьем полковника Рулис. Не-не, вряд ли. Прям так сразу получится. Вообще, дяденьки похоже. Так, это как бы я? Внимание! Вернее, ты? У нас новый приказ. Гентек готовит рискованные испытания. С новыми вот протоколами по зараженным и гражданским. Да. Значит, трупов станет больше. Это секретные данные. Срочно отправляйтесь к доктору Шаффилду. Он даст вам координаты. Свободны. А ясно. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Давай, пошли! Блин. Всякие ублюдки помешать твоим планам. Ты сделал с Руксом, что необходимо? Гойер, я в полевом штабе. Какой-то Шаффилд проводит эксперименты на людях. Я знаю этого человека. Он работает с Беллами, вводит людям зараженную ДНК. Ты должен их остановить, Джеймс. Со всеми учеными, которые замешаны в этом. Как ты говоришь, нужно разобраться. Это я умею. Чтобы действовать, как белок прилетят, но удерживай Конрад. Быстрее, быстрее! Ты должен их поглотить. Поглоти, крот. Пятиугольником. Черт. А, эти все. Сосредоточься. Идиотов поглоти. Видишь, который на первый ДНК. Да, да. Может просто прыгнуть и удержать квадрат, он сам прыгнет на эту машину. То есть он выйдет, конечно. Зараженные захватили лагерь Джулия. Эта группа важна для нас, она необходима для первой фазы. Всех. А что, сбежали, что ли? Да, не убегают, да, расстреливают. Вон один. Кружок, удерживай прям. Нет. Там дурно. Где вы, твари? Я лжа прицеливаться, ну ты помнишь, да? Нет! Я не убил. Не убил. Ну сюда. Убивай за машину. Да, поглощай. Еще один. Да, последний. Мое есть. Хеллер кушать, хеллер ням-ням. Знаете, Рукс, ощущение, что мои мечты сбываются. Что ты такое несешь, Сэмюэлс? Чего добился Гентек? Возможность проводить опыты на живых людях. Эти лагеря беженцев огромные чашки пепли. С ума сойти. Чем бы ни тянете, Рукс. Меня убьют, когда появится. Шаттл, так как слышно? Где вы? Все. Я в полевом лагере. Умирайтесь оттуда! Я посылаю к вам транспорт для эвакуации! Молить, чтобы это не добраться. L3. К черный дозор, это Беллами. Мне нужна бронемашина для доктора Шаттлда. Говорит Уайт, срочно приготовиться к эвакуации Шаттлда. Откуда? Нет, не срочно, прямо сейчас. Шаттл необходим для работы доктора Берга. Вас понял, срочно! Когда повыше, было бы легче. Вон там здание, там справа. И даже слева. Нет, зачем туда ты идешь? Вон же здание.
высокая. Вот, то, что надо. Внезапно. Эй, я твой брат. Она обшарвала. Так давай, куда идти-то? Сзади. Где-то там вот. На севере. Во. И туда? Наверное. Да, вот туда, блядь. Вот туда. Куда? Вот, в те здания. Если налево, налево. Вот, вот, по этой дороге, короче. По другой. А что справа? Вот, налево. Теперь. Налево туда. А я. Налево, сюда. Да, сюда. Туда дальше, ты правильно идешь. Вот прям в воздухе муж. Нет, направо. Ой. Обратно. Жду эвакуации. Да, надо идти. Это Ред Краун. К вам направляется броня. Совсем. Будет через минуту. Прием. Торопитесь. Да, туда. Вперед. Да.